целую шутку тебе, да, приготовили? Вот, хорошо. Друзья мои, ну что же, сейчас вот практически весенняя песня, да, мне кажется, прозвучит. Даже летняя, поскольку мы ждем того, что лето настанет сразу, без уже весны. Сколько же можно. То, да, скачком, совершенно верно. То это будет вполне уместно. Пожалуйста. Писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто со спином. Им хочется немного укрепленного столового, а можно и ржа, чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, поехать на клязьму, ухнуть под кустом. Но график, у меня есть график, а все же не понятно было. Красивые Петровны да Васильевны в окно ко мне летят. И как меня хотят, что чуть не плачут. И они такие бодрые, такие грубодобрые, шуршат вокруг меня. И счастье не моя, и так и скачут. И надо бы сделать ответный маневр. И сядать рукой, залить на ковер. Но график, у меня есть график. Ручки и умение писать, то, милости просим, мы готовы рассмотреть любые записки от вас. Их можно бросать прямо сюда, на черные доски сцены. Они будут прекрасно заметны на этом фоне. Мы сразу же их схватим и прочтем. Итак,